8 дней продолжались для Киева 9-е всесоюзные соревнования парашютистов на первенство страны. Высота 1500 метров. Самолет покидает сборная команда БСА. Надо задержать раскрытие парашюта на 20 секунд и точно приземлиться. Спортсмены установили новый мировой рекорд. Вот они, Иван Чищин, Юрий Пеклин, Владлен Тихоненко, Михаил Дмитров. Теперь от самолета отделился Сергей Митин. Точнее приземлиться, пожалуй, трудно. Митин завоевал звание абсолютного чемпиона. Среди женщин чемпионкой стала Галина Мухина.